Необычным бизнесом занялся житель села Акдала в Алматинской области. Мархабат Куандыков разводит красных калифорнийских червей. От них получает органическое удобрение биогумус. Его применяют для улучшения плодородия почвы. Анастасия Сулейманова все расскажет. О разведении калифорнийских или попросту дождевых червей и их пользе Мархабат Куандыков слышал неоднократно. Но подробную информацию мужчина получил в прошлом году на обучающем семинаре по вермикультуре. После сертифицированный фермер полученные знания решил реализовать на практике. За 150 тысяч тенге он приобрел 1 квадратный метр земли и устроил небольшую вермиферму. Вскоре площадка с необычными домашними питомцами разрослась до 500 квадратных метров. Полученный биогумус можно применять не только в огороде, но и выращивать зерновые культуры, сено, люцерну. Такое удобрение в разы повышает плодородие почвы. Зимой мы поднимаем этот борт на 1,5 метра, чтобы попадало солнце, и закроем соломой. Важно поддерживать температуру для червей. Поначалу занятия фермера односельчане не восприняли всерьез. Некоторые даже призывали увеличивать поголовье скота, чем тратить время впустую. Но уговором Мархабат не поддался. Применил биогумус на 10 гектарах своего поля. Итог очень удивил сельчан. Например, с одного куста фермер собрал ведро помидоров. Уродились и арбузы. Урожайность хорошая, удобрение действительно повышает плодородие почвы. Конечно, нужно его применять и на следующий год, чтобы снова получить богатый урожай. Технология размножения червей несложная, и овладеть азам может любой. Главное желание, говорит предприниматель. Кстати, урожай он собрал в 4 раза больше обычного. Спелыми арбузами и дынями угостил односельчан, а также желающим бесплатно раздал и биогумус. Почвы в районе засоленные и рыхлые. Из-за этого не растут плодово-ягодные и овощные культуры. Но если землю удобрять, то можно собрать богатый урожай. В этом на деле убедились жители села Акдала. Анастасия Сулейманова, Аят Дусимбаев, Аманжол Жункешев, Алматинская область, Хабар-24.